Добрый день, коллеги. К нам на площадку поступил очередной аппарат Рика Припорт DX4542. Вот. Я его разобрал только что. Снял с него крышки, лоток, вынял раскатный цилиндр, снял тракт выхода бумаги. Готовлю его к хорошей, плодотворной, длительной работе. Аппарат очень свежий, в последнее время таких машин приходит мало. 652 мастер-пленки сделано и 292 089 краскооттисков. Машина очень и очень свеженькая. Вот внешний вид аппарата. Специально снимаю вам это видео для того, чтобы вы могли увидеть, как выглядит практически новый аппарат. Все блестит, сияет. Аппарат уже давно снят с производства, но состояние очень хорошее. Думаю, что в течение 2 дней я смогу закончить подготовку этого аппарата к эксплуатации, устранить мелкие нюансы, и машинка будет работать хорошо. Все, в дальнейшем я вам покажу в эксплуатации данный конкретный аппарат через пару дней, как он будет печатать, работать, какие полезные свойства с его помощью можно извлекать. Если у вас есть потребность, пожалуйста, обращайтесь, так как этот аппарат пока не находится в резерве, соответственно, у вас есть возможность стать его обладателем.